Сышь? Да, ну ты что, прикалываешься? Сышь. Когда бы я ссал, блядь? Всегда. Всем привет, это проект Мотиватор. Если вы еще не поняли, мы находимся на тренировке по регби. Пригласили парня на стадионе Заря. Будет жарко. Все вместе тянется. В нашем будет схватка вот так выглядит. То есть мы беремся друг за друга. Голову между вот сюда. Стрель. Хватает, плечо, да? Плечо немного пониже делай. Вот еще ниже. То есть я должен вот так сидеть. То есть мы вот так вот садимся. И против нас такие же будут. Толкаться будем только тогда, когда мяч вводится в игру. Ага. Ноги вот так же ты оставляешь, а я сюда ногой отыгрываю. Короче, смотрите, вот мы все пятером должны находиться, по сути, против их нападающих. То есть держимся всегда пятером вместе примерно. Всегда мы будем в линию стоять. И то есть, когда они в нападении, мы должны, как бы, в общем, более габаритных, более крупных игроков брать в себя. И начинается здесь борьба за мяч. Я должен поставить крышку. То есть я вот стою вот так. С той стороны меня они могут толкать, то есть толкать, да, то есть вот там, так это выглядит, то есть все, а я здесь над ним нахожусь. Сзади вы также можете помогать. Это твой партнер, твоя команда. Да, это мой партнер. Ты его защищаешь. Да. Какая тактика у вас против них? Силовая. Сила, ум. Сила, ум. Здоровье. Красота. Да, тактика. Сила есть, ума не надо. Да, брат? Да, наша тактика – спорт гантели молоко. На данный момент посмотрим, что они нам смогут дать, и, соответственно, мы им вернем. Сложнее, чем кажется. Ну, конечно. Что-то новое, все интереснее, интереснее. Даже оператор может заняться регби. Меня поставили. Сейчас буду всех рвать. Это наш парняга. Спасибо, ребят, что приехали. Я 15-й игрок, тут я замыкающий. За мной никого вообще не должно быть. Мужской вид спорта. Реально. Короче, нету весовых категорий в регби. Поэтому хавкать побольше надо. А просто быть беспощадным. Вот президент Федерации регби Новосибирска Михаил Мишкидуров. Они нас пригласили потренироваться сегодня. Отличная тренировка.
Вообще, как развитие считаешь в Новосибирске? Ну, за три года мы очень большую работу проделали. У нас сейчас есть Кубок Сибири по регби-7. Это очень титулованный, такой значимый турнир в Сибирском федеральном округе. Приезжают команды с премьер-лиги, с высшей лиги и федеральной лиги. Три лиги есть в регби, в российском. Также у нас есть Кубок Сибири по пляжному регби. Это отборочный этап на всероссийские пляжные игры. В этом году, 13-14 мая, у нас на стадионе «Электрон», ну, «Север», будет проходить Кубок России по регби-7. Нам Министерство спорта России предоставило такую возможность. Также у нас есть команда «Дружина» Бердск. Они вышли в премьер-лигу, выиграли высшую лигу, стали чемпионами России. Сейчас в Гонконге на сборах, и также вот команда «Сибирь». И вон Борюсик у нас есть такой. Он вообще танк. Просто так. Он у нас развлекательную программу обычно идет. Слушай, ну сибиряки показывают хороший уровень, да? Да, у нас на самом деле регби более развито в Сибири. Ну, то есть не конкретно Новосибирск, у нас Новокузнецк 50 лет. Красноярск это вообще, грубо говоря, 70% сборной России, это красноярские команды. Вот Новосибирск мы уже, грубо говоря, 5 лет его развиваем. Сейчас у нас в этом году будут дети. Ну вот, и как бы мы тоже стремимся. Молодежь привлекаете, да? Ну, у нас есть и ребята из 16 лет, которые с нами тренируются, а прям будут дети. Мы открываем отделение на базе «Зари». Родители, вот кому понравилось, кто хочет видеть своего ребенка в этом мужском виде спорта, вот к ребятам. Обращайтесь, научим, сделаем ребят, мальчиков, мужчин. Куда надо обратиться, чтобы попасть к вам на тренировки? Какая нужна база, если она вообще нужна для детей, там, подростков? На самом деле базы никакой не нужно. Регби такой вид спорта, то, что до самых худых, самых, там, не знаю, кривых и толстых. И, там, всем найдется работа. Всем найдется позиция именно в команде, в регби. То есть такой всесторонний вид спорта, который любой человек может играть на самом деле. Касаемо, где нас найти, у нас есть официальный сайт rugby.nsk.ru и есть страничка ВКонтакте, это регбийный клуб Сибирь, там вся полностью информация тренеров, где тренировки проходят, все соревнования, фотографии, ну вообще полностью, вообще весь отчет. Спасибо за приглашение, было приятно, обязательно еще раз придем.